Побег ценой в две карьеры совершила свердловчанка Екатерина Булычева. Девушка умудрилась бежать прямо из зала суда, когда ей выносили приговор за кражу. Ты знала, что тебя разыскивают? Конечно. Планировала, да, сама вернуться? Через дня два. А почему именно два дня, допустим? Ну, там, ни неделя, ни месяц. Потому что они бы устали бы резко. Гудини в юбке поймали в торговом центре уже на следующий день после побега. Екатерина рассказала, что на воле у нее остались незаконченные дела. В том числе нужно было купить новую одежду, чтобы комфортно себя чувствовать в тюрьме. Ее, кстати, и судили за излишнюю любовь к вещам. Магазинную кражу уже в 10-й раз. Теперь предъявили новое обвинение – побег из-под стражи. Не ушли от наказания и прошляпившие подсудимую полицейские. Двух правоохранителей уже уволили из органов. Всего же наказали 16 сотрудников ОВД.